За 7 лет совместной жизни в апреле 2012 года Джоли и Пит объявили о помолвке, а в августе 2014 года во Франции они узаконили свои отношения. Стало известно, что пара заключила жесткий брачный контракт. В случае измены Пита жене он лишился права совместной опеки над их детьми. И вот в сентябре 2016 года Джоли подала документы на развод. Причиной якобы послужило жестокое обращение Брэда с детьми. Пит воспротивился решению жены. Судебная тяжба продлилась 3 года, и в апреле 2019 года они официально развелись. За это время супруги измотали себя физически, морально и материально.